Участники утреннего заезда собрались на площади Республики на полчаса раньше обычного. Это изменение организаторы провели, чтобы обезопасить велолюбителей от повышенной солнечной активности. На настроении собравшихся это никак не сказалось. Даже подъезжаешь, уже чувствуешь массовость этого мероприятия, как-то мурашки по коже бегут от того, что столько людей, и мы все вместе едем какой-то к одной цели, это здорово. Ну, наверное, главное – здоровье. Поэтому я считаю, что встать рано, в прохладу, прокатиться – большое удовольствие. Такое массовое как бы событие, которое просто помогает и здоровью, и вообще нашему городу. Это как наша визитная карточка в Алма-Ате. Около 1500 алма-атинцев дружно прокатились по знакомому маршруту. Велоколонна растянулась по улице Желтарзан и проспекту Аль-Фараби. Завершилось традиционное велосипедное движение у входа в парк первого президента. Город Алматы, поприветствовать вас и выразить огромную благодарность за то, что вы сегодня здесь с нами, приняли активное участие на велопробеге. Алматинцев, которые на выходных пересаживаются на велосипеды, становится все больше. Те, у кого нет собственного двухколесного транспорта, берут его на прокат. Алматинка Диана Дюсибаева, например, решила воспользоваться сервисом «Алматы Байк». Сняла через карточку. Здесь есть еще, получается, через смс-код и через карточку. Удобные в использовании, здесь есть вот скорость, тормоз и так далее. То есть очень удобный скоростной велосипед. Самые активные участники велопробега получили победные сувениры и полезные подарки. Ну а просто посетители парка смогли насладиться традиционным концертом звезд казахстанской эстрады. Бахаджан Упиисов, Скандарбек Тугуспаев, телеканал «Алматы». Друзья, увидите, какие достижения!